Манера – это децентрализованная криптовалюта с открытым исходным кодом, которая делает ставку на защиту конфиденциальности контрагентов и полную анонимность транзакций. Ее любят пользователи и теперь не могут государства. В этом ролике вы узнаете, как Манера добивается анонимизации и чем еще выделяется данный токен. Криптовалюта была запущена в 2014 году на базе протокола CryptoKnight. Модификация Proof of Work технологии с открытым исходным кодом, призваны устранить некоторые недостатки биткоина, возможность майнинга посредством ACAC и отсутствие конфиденциальности транзакции. Эти задачи CryptoKnight решает с помощью кольцевых подписей и стилс адресов. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Впервые данный протокол был применен в криптовалюте Bitcoin еще в 2012 году, не путать с биткоином. Но из-за странного распределения токенов во время премайна, его разработчиков обвинили в мошенничестве. Итогом критики стал перезапуск сети путем хардфорка, в результате которого появилась новая криптовалюта Bitmanner. Позже ради маркетинга приставку Bit убрали из названия. Так родилась самая популярная анонимная криптовалюта в мире Monero. Криптовалюта Monero – одна из немногих, которая действительно обеспечивает конфиденциальность своих пользователей, так как система скрывает адреса контрагентов, суммы перевода, подписки и остальные детали, с помощью которых можно идентифицировать отдельного пользователя или участника сети. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей. Но KYC не обязательно. Настоящая взаимозаменяемость. Взаимозаменяемость – это возможность заменить одну монету другой без потери качества или ценности. При этом ценность – это не только стоимость на бирже, но и репутация монеты. Такая репутация возникает, когда есть возможность идентификации каждой отдельной монеты, например, как BTC по истории транзакций или доллар по серийному номеру. Если репутация чистая, то есть монета не была замечена в незаконных сделках, то все нормально. Однако, если монеты принимали участие в незаконных или неэтичных операциях, то их могут забанить, запретить всем участникам их покупать или принимать. При этом неважно, нарушал ли держатель плохих монет закон, или он просто получил их в качестве оплаты за чашку кофе или ремонт телефона. Плохие деньги он больше не сможет использовать в лучшем случае, а в худшем его обвинят в тех нарушениях, где были замечены его монеты. Динамическая масштабируемость. В блокчейне Monero нет предустановленного размера блока, как в сети Bitcoin до 4 мегабайт. Это позволяет системе вмещать в блок больше данных о транзакциях, если возникает такая потребность, что в свою очередь позволяет сети подстраиваться под нагрузку. Если число транзакций растет, то растет размер блока и наоборот. При этом время проверки блока всегда остается одинаковым. Единственный минус такого подхода – майнеры могут заспамить блокчейн транзакциями, создавая блоки огромных размеров. Но в Monero эту проблему сумели обойти. Сет отслеживает размер последних 100 блоков, и если новый блок превышает их средний размер, то награда за его добычу уменьшается. Подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена, там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.